Здравствуйте, сегодня я покажу микс-шоп Европы. Вся интересующая вас информация будет под видео. В основном большинство детских вещей. Вещи поношенные, виден износ, но не везде сильный. Тоненькая вязка, размер XL, здесь небольшие желтые пятнышки. Синтетика, размер XS, здесь есть небольшое одно пятно, сзади полуоткрытая спинка, также есть небольшая дырочка. Сейчас вам покажу то, что не вошло в количество посчитанных единиц и ХБ. Синтетика. Бретельки регулируются, внутри есть чашечки, с этой стороны есть пятно. Размер S-ка. Вязаная, от готика, все на месте. ХБ, от мешка серые пятна, от 11 лет. Довольно старые, у них транер растягивается резинка, здесь пятна от мешка, от 10 лет. Синтетика, размер S, пятен не видно, от 3 месяцев, также пятен не видно. Джинс, ХБ, тоненькая довольно, от 11 лет. Здесь затягивается по краям. Есть вот такие вот топики, их довольно много. Их сзади можно шнуровать. Ткань у них синтетика, тянется. Размера у них особого нет. Тонкая вязка довольно. Цвет уже не белый, к сожалению. Размер XL. Тоненькие внутри, подкладка изношенная. Износ хорошо видим на 74 сантиметра. Велюровая, низ распоротый. Здесь есть небольшие пятна. От 6 месяцев. Катоновая. Размер S-ка. Джинс. От 11 лет. Здесь есть небольшие белые пятна. Также джинс. От 11 лет. Хорошо тянется. Немножко порванный на мотне. Также джинс, они становятся длиннее, раскручиваются здесь. От 146 сантиметров. Джинс 152 сантиметра, сделаны кармашек пайетками, все пайетки на месте. Также джинс расклешенные к низу, 128 сантиметров. ХБ, желтая этикетка очень сильная. Размер S-ка. Внизу распускается. ХБ, теплая, очень много пятен по всем штанам, 128 сантиметров. Джинс 38 размер. Здесь они сильно засаленные возле карманов. И снизу с этой стороны есть от мешка. Катон 74 сантиметра. Джинс от 11 лет. Здесь есть небольшие видные пятна, желтенькие, пару штук и внизу.
и сзади от мешка. ХБС, ковер сделан пайетками, все пайетки на месте. Здесь немножечко расходится, небольшая дырочка. Теплая костюмная ткань довольно, 86 сантиметров. Катоновая, 38 размер, на резиночке, а вся в пятнах. ХБ, размер S-ка. Немножечко распускается из одного боку и снизу. Тонкая вязка, размер S-ка. Катоновая, везде есть резиночки, размер S. Джинс расклешенный к низу, 134 сантиметра. Велюр, 146 сантиметров. Есть небольшие пятна. ХБМ-ка. Резиночка рвется прямо на глазах. Синтетика S-ка. Костюмная ткань от 6 лет. Джинс L-ка. Также костюмная ткань плотная довольно. Тонкая вязка L-ка. Теплая костюмная ткань 116 сантиметров, помята очень сильно. М-ка, полуоткрытая спина. Здесь немножко грязная от мешка. Синтетика. Джинсы расклешены к низу от 11 лет. ХБ, очень приятная, кстати, на ощупь. Эска. Лен. Также эска. Довольно плотная ткань, внутри тоненькая подкладка. Эска. Джинс 160 сантиметров. Внизу грязный. ХБМ-ка. Есть дырочки по кофте. Также джинс. 36 размер. Сзади немного не хватает камушков. ХБ. Бретельки регулируются. Размер S-ка. Есть небольшие белые пятна. Велюровая, расклешенная к низу, 36 размер. Катоновая. Здесь пятна от мешка, есть небольшие желтые пятна. ХБ, размер М. Также костюмная ткань, тонкая подкладка, L-ка размер. ХБ довольно-довольно тоненькая, полупрозрачная, размер L. Синтетика S-ка, здесь небольшая грязь на одной чашечке. Также синтетика L-ка. Синтетика S-ка, она очень хорошо переливается ей под светом. Джинс 140 сантиметров. Здесь есть белое пятно на нем.
H&M Cotton довольно тонкая S-ка. Она распускается порвана снизу с двух сторон. Шифон размер S сбоку затягивается. Велюровая 36 размер. ХБ размер L-ка. Джинс от 2 лет, здесь потертые внизу. Также ХБ от 5 лет. Синтетика S-ка, есть небольшие, очень-очень маленькие белые пятна. Сзади пятно от мешка и полуоткрытая спинка. Тонкая вязка, размер S. Распускается с одного бока. Также топики. Я уже их показывала в начале видео. Коттон 38 размер. Застирано. Шифон H&M 34 размер. Тоненькие под джинс. В пятнах сзади 140 сантиметров. Пятна не особо сильно заметно. Вот тут. Джинс 74 сантиметра. Синтетика S-ка. Застирана под рукавами, под мышками. ХБ H&M L-ка. Джинс. H&M S-ка, здесь есть дырочка одна. Тонкая костюмная ткань, есть небольшие, прям совсем маленькие пятнышки, 36 размер. Также костюмная ткань, довольно плотная, 36 размер. Топик. Джинс расклешенный снизу, детская. 26 размер, здесь очень много пятен по ним самим. Велюровая 36 размер, также есть пятна от мешка, но их не очень сильно заметно. Теплая, застиранная, 152 сантиметра. Тонкая ткань, здесь видны пятна от 12 лет. Велюр очень сильно застиранный колени и сзади. Тонкий джинс от 10 лет. Атласная, по нему всему видны пятна.